what sets me apart from... Я выделяюсь среди других ребят в школе, поскольку я член Церкви Иисуса Христа. Я действительно замечаю в Луисе что-то особенное. Не знаю даже, чего в нем такого, но он отличается от других. Что-то такое видно по нему, что-то чувствуется в нем. Скорее, это даже не то, что видишь глазами, а именно чувствуешь. У меня есть священство Ааронова, и это не дар, это ответственность. Я испытываю от этого очень хорошие чувства. Я чувствую, что представляю Иисуса Христа. Это потрясающе. Всю неделю я держу в уме мысль о том, что у меня есть священство. Я знаю, что на мне лежит большая ответственность, и это помогает мне жить более достойно. Лео — носитель священства в нашем доме. И это огромное благословение, что у нас есть Лео, поскольку он подает хороший пример братьям и сестрам. Он учит их, как нужно молиться. Он следит за тем, чтобы они всегда молились. Я думаю, что когда я веду себя как носитель священства в нашем доме, это готовит меня к дальнейшей жизни, к тому времени, когда я женюсь, и мне надо будет заботиться о жене и о собственной семье. Я знаю, что он и дальше с возрастом сможет все больше благословлять других людей. Священство Ааронова — великая сила, поскольку оно делает тебя тем, кто ты есть. Оно делает из тебя мужчину, которым ты можешь быть уже сейчас и всю оставшуюся жизнь. Лично мной движет моя вера. То, что я верю в Иисуса Христа, верю, что Он мой Спаситель, побуждает меня становиться все лучше и лучше. Я хочу больше походить на Него, а чтобы больше походить на Него, надо быть человеком от Бога. Мальчики, у которых есть священство Ааронова, наделены способностью делать буквально все. Они выступают представителями Иисуса Христа. В таком юном возрасте они являются представителями Иисуса Христа. И это прекрасные молодые люди.